И сегодня вашему вниманию я предлагаю сайт SurfEarning, посвященный заработку в интернете. Пусть это будут незначительные заработки, но если в совокупности вы будете понемногу иметь, я думаю, вы будете все довольны. Итак, что это за сайт, чем он занимается и как здесь можно заработать? Для начала вам необходимо будет пройти регистрацию. Регистрация здесь очень простая. Как вы видите, необходимо ввести email, номер мобильного телефона, на который будете получать деньги, и свой пароль. Я уже регистрацию прошел, и мне необходимо просто войти. Итак, друзья, что это за сайт и каким образом здесь можно заработать? Доступно и просто это можно сделать одним способом. Установить расширение на свой компьютер. После установки расширения на вашем компьютере будут всплывать баннеры рекламные, и за счет просмотров этих баннеров вам будут начисляться денежки. Все. Я понимаю, что это неудобно, но это один из видов заработка. Давайте сейчас с вами я установлю расширение на свой компьютер и посмотрим, как это работает. Итак, расширение абсолютно бесплатное. Ставится оно, скорее всего, на Mozilla или на Google Chrome. В данный момент я работаю в Rambler. Думаю, что здесь мне не удастся установить. Но давайте попробуем. Добавлено в Chrome. Проверка каждый час просмотров для квалификации 0 из 7. Ну, давайте сделаем несколько просмотров, я так понимаю, чтобы нам получить квалификацию и после этого спокойно зарабатывать. А также здесь существует партнерская программа, как вы видите, получаете доход от 10 поколений приглашенных вами пользователей. На каждом уровне процент одинаковый и зависит от вашего рейтинга, от 5 до 10%. Мы платим партнерские также и с исполнения счета привлеченных вами рекламодателей. Да, очень заманчиво, очень хорошо. Внизу есть тарифы. Цены указаны в копейках за просмотры. Если вы просмотрели текстовое сообщение, 1 копейка. За 30 секунд, 60 секунд, 2 копейки. Анимация 30-секундная стоит 2 копейки. Статическое изображение 1,5. Как видите, здесь слева находится расширение для Google Chrome и расширение для браузера Opera. Сейчас мы с вами находимся в Rambler. Установиться он установился. Наш скрипт, но пока ничего не показывает и никакие рекламные баннеры не всплывают. Давайте я зайду через Google Chrome и попробуем оттуда поработать, получится у нас или нет. Итак, сейчас я зашел в Google Chrome. Давайте заново установим расширение для данного браузера и посмотрим, как работают баннеры и как здесь можно заработать. Нажимаем бесплатно «Добавить». Расширение установлено. Активируйте расширение, нажав на этот значок. Управлять расширениями можно на вкладке «Расширение» в меню «Инструменты». Вход в Chrome, чтобы сохранить это приложение, история и другие настройки на всех своих устройствах. Давайте активируем, нажав на этот значок. Включено. Баланс 1 копейка. Рейтинг 0. Квалификации нет. Рефералов 0. Заработано 0. Просмотров 0. Вот сейчас я перешел просмотреть. Вы видели 7 заданий. И вверху у нас появилась вот такая вкладочка. В правом углу вы видите идут секунды.
и на нашем балансе это отразилось одной копейкой. Просмотров 1, заработана 1 копейка. Вот таким образом работает данное приложение. И необходимости в вашем участии, по-моему, здесь нет. Ну давайте посмотрим дальше. Чтобы получить квалификацию, необходимо пройти 7 этапов, а именно просмотреть 7 страниц. Одну мы с вами просмотрели, осталось еще 6. Внизу вы видите, существует общая статистика, где показано количество просмотров и количество заработанных денег в течение суток, недели и даже месяца. Вот единичка у нас стоит и зеленый кружочек. Только что мы просмотрели одну страницу, и за это нам была начислена 1 копейка. Итак, давайте почитаем с вами частые вопросы, как тут зарабатывать. Для того, чтобы зарабатывать, вам необходимо зарегистрироваться, войти в личный кабинет и установить расширение в браузер. Это мы с вами сделали. Это расширение будет показывать вам рекламу, за это мы платим деньги. Почему я не вижу рекламный баннер? Если вы установили расширение и оно включено, а баннеров нет, значит в системе сейчас нет баннеров для показа. Это зависит от количества пользователей с включенным расширением в данный момент и количества активных баннеров в системе. Поэтому, друзья, не задавайте лишних вопросов. Я думаю, что если вы столкнетесь с данной проблемой и баннеров вы не увидите, этот ответ очень хорошо объясняет, почему этого не происходит. Где выводить капчу? Капча появляется не чаще, чем один раз в час, прямо под баннером. К сожалению, сейчас мы капчу не ввели с вами, потому что необходимо было прочитать все-таки частые вопросы, чтобы избежать этой проблемы. Но ничего. Как скрыть баннер? Баннер скрывается автоматически через 30 или 60 секунд. Его нельзя убрать раньше, потому что оплата просмотра включает 30 или 60 секунд. Чтобы отключить показ баннеров на некоторое время, нажмите на иконку расширения. Справа от адресной строки в появившемся окошке нажмите розовую кнопку «Включено». Как вывести деньги? Самый интересный вопрос, который интересует, пожалуй, всех. Итак, друзья, вы можете вывести деньги на кошельки Kiwi, WebMoney или Яндекс.Деньги. Для этого оформите заявку, перейдя на страницу «Вывести средства». Заявки обычно рассматриваются пару дней. В будущем мы будем выплачивать средства автоматически, то есть кому как удобно выбирает свой кошелечек и получает перевод своих денег на данный кошелек, представленный вами. Зачем приглашать пользователей? Вопрос, конечно, наивный для тех, кто знает и хочет зарабатывать больше. Но здесь поясняют и правильно делают. Со всех заработанных денег пользователя, которого вы пригласили, мы начисляем вам от 5 до 10%. А если вы пригласите рекламодателя, то будете получать от 5 до 10% от суммы пополнения счета за рекламу. Поэтому, уважаемые коллеги, если вы найдете рекламодателей, которым необходимо размещать свою рекламу в интернете, и они готовы за это платить, приводите их на этот проект, и вы с этого будете иметь еще от 5 до 10% каждый раз, когда они пополняют свой счет. Более того, вы будете получать партнерские 5-10% от 10 уровней реферальной структуры приглашенных вами пользователей. Очень хорошо и интересно. Ну, дальше частые вопросы, отведенные рекламодателю. Итак, друзья, довольно интересный сайт я предоставил сегодня вашему вниманию. Как видите, особых хлопот он не доставляет. Просто появляется рекламная картинка, баннер, вы просматриваете, и за это вам начисляются какие-то денежки. Все легко и просто. Присоединяйтесь. Ссылочка на данный сайт находится под видео. Для тех, кто не знает, где смотреть рефералов и получает свою реферальную ссылку, на данном сайте нажимаете на кнопочку «Мои рефералы», попадаете вот на эту страничку, где вы видите всех до 10 уровня, и вот ваша реферальная ссылочка, которую вы можете размещать где угодно, в любых соцсетях, рекламных объявлениях и так далее, так далее, так далее. Все зависит здесь от взаимной поддержки. Вы поддерживаете меня, вас поддерживают другие, и все потихоньку начинают зарабатывать. Поэтому присоединяйтесь в нашу группу. Давайте проверим этот сайт вместе со мной. Кто сможет вывести деньги на свой мобильный кошелек, Kiwi кошелек, WebMoney и так далее, пожалуйста, оставляйте комментарии под данным видео. Всем удачи
и пока. И сегодня я хочу вам показать такой вот замечательный сайт, как SurfEarner. На этом сайте очень легко заработать деньги. Ну, давайте приступим. Так, для начала, конечно же, вам нужно зарегистрироваться. Регистрируйтесь и входите в аккаунт. Так, зайдем в аккаунт. Так, когда вы зайдете в аккаунт, вот у вас вот так вот будет все выглядеть, но у вас как бы будет, что тут самое главное, когда у вас будет написано «не квалифицирован». Чтобы быть квалифицированным пользователем, снизу у вас тут будет, например, 0 из 6, то есть вам нужно просмотреть серфинг от 0, ну то есть 6 серфингов, например, и тогда вы станете квалифицированным. Так. Ну, вот, для начала, чтобы вообще начать пользоваться этим сайтом и зарабатывать на нем, вам нужно скачать расширение для вашего браузера. Вот, есть для Google Chrome и есть для Opera. Устанавливаете его, и у вас сверху, вот, в расширениях появляется такой ярлык от SurfEarner. Как видите, вот здесь показан наш баланс, наш рейтинг, наша квалификация есть, количество рефералов и сегодня, сколько мы за сегодня заработали и сколько просмотров мы за сегодня сделали. И также кнопка в личный кабинет и сверху статус «Включено», то есть программа работает сейчас. Ну, давайте посмотрим. Так, рейтинг. Для чего рейтинг? Рейтинг. Здесь, в принципе, вот, можете прочитать. Все. Ну, чем выше у вас будет рейтинг, тем как бы доход будет чуть больше вам даваться. Кстати, если квалификации у вас не будет, то каждый день ваш рейтинг будет на 1 уменьшаться. Ну, квалификацию, в принципе, сделать тут очень быстро. За день можно, в принципе, и сделать. Если вот вы особенно часто очень сидите в браузере. Потому что эта программа, она работает, как бы, есть вот вы лазите по всяким сайтам, вот это, смотрите видео в YouTube, вот, ну, все это. Такие вот, любые сайты. И как она, в принципе, вообще работает. Вот, когда вы ее скачали, у вас будет написано «отключено», вы нажимаете, и что было написано «включено». Вот, и когда включено, вы можете смело просто лазить по сайтам, там видео посмотреть, попереписываться с кем-нибудь. И вот в это время, пока вы все вот это делаете, пишетесь, там, играете, нет, играть вряд ли получится в игры, и если только в онлайн-игры, в браузерных, вот, если вы, например, в браузере играете в игру, там, ну, смотрите вот эти видео, все такое. У вас сверху, ну вот, например, вот до вот этой полосы появится такой вот баннер, где будет реклама, рекламодателя. Вот, и сверху будут секунды показывать, через сколько она исчезнет. Вот. На нее, если вам, конечно, заинтересовалась реклама, вы можете нажать посмотреть, что там. Но если вам ничего не нужно, то просто ждете, пока она исчезнет. Чтобы серфинг засчитался, вам не нужно кликать, оно как бы просто вот, ну, покажется, исчезнет, и деньги вам будут засчитаны. Так. Ну, в принципе, все очень просто. Также, если вы хотите, чтобы денег было в два раза больше, там, то, конечно же, приводите рефералов, доход как бы от них, я не знаю, но в принципе он прибавляется и прибавляется. Доход уже со спонсора этого 0.1, и он все растет и растет. Вот последний визит, дата регистрации, все такое. На рефералах, мне кажется, здесь вообще круто будет зарабатывать, особенно если у вас очень много. И еще самое крутое то, что рефералы, возможно, будут 100% здесь работать. Как бы тут же, в принципе, не нужно ничего вам делать, например, выполнять задание.
что большинство пользователей или ваших рефералов надоедает им это, и они прекращают работу, и у вас как бы пропадают рефералы и все такое, и не идет от них доход. А с этим сайтом таких проблем как бы не будет. Вот если ваш реферал установил программку, то она уже как бы работает. Если вы закрыли браузер, открыли, то она автоматически уже включена будет, как бы вот это вот все. Вот. Ему не придется ничего делать, а просто иногда там через 10 минут в любое время может появиться баннер, ну, реклама. То есть вы во время этой рекламы, когда она появляется, вы можете также лазить, просто сверху будет баннер, и все. Он там сколько? 20 секунд вроде. Вот. И через эти 20 секунд вам сразу дают деньги. Минимальный вывод средств 30 рублей. Вот, доступен вывод на Kiwi, Яндекс и WebMoney.